Очередной рейд по незаконной рекламе провели сотрудники районной и городской администрации, а также административно-технического надзора и полиции. В центре внимания – торговые точки по улицам Первой ударной армии, Пограничной, в микрорайоне ПМК. Рекламные щиты, штендеры, не имеющие согласования в администрации, конфисковывали, как рекламный мусор. Предприниматели в курсе, да, что регламентируется законом, что нет, даже незнание не освобождает от ответственности. Вот, в первую очередь у предпринимателя, да, должна быть это его вывеска на фасаде, то, что он может вести свою деятельность. Город, так же как и район, постоянно производит мониторинг своей территории, выявляет незаконную рекламу на территории города. И, соответственно, если хозяева торговых точек оперативно незаконную рекламу демонтируют, то мы не вмешиваемся в этот процесс. Если, значит, хозяева помещений рекламной конструкции не демонтируют, то приходится демонтировать их нам. Невыполнение предписаний административно-технического надзора влечет за собой административный штраф. Мы выписываем уведомление для прибытия к нам. В случае демонтажа собственники данных информационных конструкций прибывают к нам. Мы выписываем им протоколы, постановления. Они могут забрать эти информационные конструкции в МБУ благоустройства. Индивидуальные предприниматели заплатят за нарушения от 5 до 10 тысяч рублей, юридические лица от 10 до 30 тысяч рублей. Ирина Белякова, Михаил Кирсанов. Программа «События».